Новый год отгремел. Зареченцы прощаются с главными атрибутами праздника – елками. Зеленые лесные красавицы постепенно покидают квартиры горожан, переезжают обратно на улицу. Отжившие свой век елки большинство зареченцев оставляет в сугробах около подъездов, а не на мусорных площадках, как следовало бы. Елки должны относиться к контейнерным площадкам. То есть накапливается определенное количество елок. Мусор накапливается крупногабаритный, вместе с крупногабаритным мусором они вывозят. Вывозятся они у нас на снегохранилище, а там уже утилизируются путем дробления и измельчения специальной машиной. Забирать разом всех отживших свой век лесных красавиц легче, удобнее и быстрее, чем собирать их у каждого подъезда. Выброшенные елки вывозятся вместе с крупногабаритным мусором согласно установленному графику 2 раза в неделю. Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».